Он сейчас сюда прибежит ко мне сам. Вот он, вот он, вот он. Поймай. Вот это было красиво, ребята, согласитесь, четко. Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Бродяга, Серега, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, скажите крутые слова. Всем привет! Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Мы выживаем в школе Балди с хэдкрабами. Погнали, пацаны! Кайф. Да, правила простые. Кого он заражает, тоже берет зомби или хэдкраба и мочит других. Так, надо вот тут стоять. Это самая лучшая тактика, когда ты можешь убежать или в ту сторону, или в ту. Так. Он там, где вас? Он там? О, он уже кого-то съел. Похоже. Уже? Нет, я пока живой. А, слышу. Он там. Так, ребята, стоим, аккуратно смотрим. Напишите, ребята, в комментариях, последний я проиграю или не последний. Мне кажется, я буду самый последний выживший. Или Серега, потому что мы Серега самый больше наиграл. Бегите, что ж вы перегораждаете путь? Вы еще делаете двери, закрываете? Он пока их откроет? Открывайте классы, в класс забегайте. Запутай его. Эй, ты не перегораждай мне путь! Быстрей, быстрей, быстрей! О, закрыл! Отлично, ребята! Надеюсь, вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Я слышу его по звуку, он крякает. А, он сзади, он сзади! Он уточка. Так. А я сижу, кайфую. Да, Серега, ну ты молодец. Моя школа. Ля-л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 я. О-о-о. Давайте посмотрим. О, вот есть голая стена, а здесь нычка у меня. Прикольно, прикольно. А там зомби был. Че, еще никого не заразил? Нет. Так. Пока мы выживаем, ребята. Пока мы все у нас четко. Давайте удалим. Ой! Хэдкраб, отвали! Он за мной! Он за мной, ребята! Быстрее! Быстрее, быстрее, быстрее! Блин, это качканейшн! Так, пока мисс тут постоим. А чувак, наверное, карту знает. Он знал, в каком кабинете я нахожусь. Так, Серега, меня интересует, где ты. Так, а Серега, какой у тебя скин? Нет, а, скин собачки. Собачка. Где он, вопрос, Громит. Пацаны, а что, он еще реально никого не убил? Все живые? Ну, почти. Я живой. О, здорово. Мистер Крабс. Я придумал, эй! Да зачем ты его сюда привел? А! Блин, нет! Нет! Слышь ты! Хэдкраб, отвали! Ребята, начинается веселье. Стоит на входе и специально меня не пускает. Так ты хитрый жук. Ты не попадешь, ты не попадешь. Да что ж ты наделал? Смотрите, какие у него руки и ноги длинные стали. Отвали! Отвали! У меня 8 хп! Я сейчас проиграю! Дим, я выжил! Отлично! Я в одном из кабинетов заперся и... Отвали! Помогите! 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 А! Слышь ты! Да блин, да не мешай! Я сейчас проиграю! Да отвалите от меня! Отвалите, пацаны! А! Он с другой стороны! Блин, это очково. Че, их уже двое получается? Ты можешь вроде нажать выстрел и возродишься. Ну, а я... Да? А! Сзади! Быстрей! А! Та жопа отвали!
Эй, дверь зачем закрыл? Ах ты хитрый жук, взял за собой дверь и закрыл. Да блин, ты чё за мной гоняешься? Я очкую. Да отвали! Ребята, помогите! Да кто-нибудь, Серега, ты где? Я в одном из кабинетов. Да Серега! Да ну выходи, помоги мне! Я тут завалил проход, чтоб никто... Да он за мной бежит! А, блин! Я обманул его! Ля-ля-ля-ля-ля! Чё, за мной бежит? Да блин, он за мной бежит! Да ну я очкую! Тихо-тихо-тихо-тихо, ребятушки, тихо-тихо. Отстань, ты чё бегаешь за мной столько времени? Да блин, он за мной. Он за мной все время бежит. Да отвали. Ха-ха-ха, очково. О, Серега, это наша. Здорово, чё давно тут не видел тебя. А сам звали про... Да что он за мной бежит постоянно, скажите ему. Европа, иди с своим... Отвянь! Сюда, ух, я оторвался. Молодца. Сколько осталось выживших? 5 хп. Ой, я пока живой. Сколько людей выживших, реально? Я за Серегу тут хочешь. А что, Димаса убили? Нет, я успел оторваться от нее каким-то образом. Вылся вообще, я не хочу умирать. Серега. Так, давайте перекличку. Если 4 зараженных, можем пистолеты использовать. Сколько зараженных? Двое? Трое? Трое будет. Трое? Еще один. Только, Серега, ты видишь, что еще один зараженный, берем оружку. Дробаши да. И пистолеты. Достаем с двух пистолетов, будем фигачить, с двух рук. Меня похоже, сейчас съедят. Ну это жизнь, это жизнь. Мам, отстань от меня. Я хочу пусть ужин. Ну, Серега, ну стой на месте, что ты так сыпанная? Стой, собака позорная, стой. Дай файл кидать своими столами. Кто, блин, за ремонт? А я зашкерился. Так, Димас, ты сейчас мне помогай. Ааа, я умер! Так, ребята, берем дробаши. Это мой Серега. Вкусный. Ну чё, дробаш достат. Ребята, теперь выживание пошло уже на умение. Я с 8 хп бегал 10 раз, карту оббежал, но я смог выжить. И остался жив. Серега, дай ему оружку. Я мертв. Я зомби. Отлично, отлично. Блин, они прям рядом ходят, я прям очкую. Я в столовке вас жду. В столовке меня ждешь? Да, да, да. Да, смотри, спрос. Где ты? Да ты крыса, ты обманул меня. Крыса. Тебя здесь нету в ровно. Я в столовке. А я знаю, где он. Где? Сидишь, зараза. Да не. О, Рик и Морти, иди сюда. Куда ты убежал? Ну, слушай, Димас, так ты нечестный человек. Да как это нечестно? Я в столовке, говорю, сижу. Нет у тебя в столовке, врун, пердун. А! Отвали, отвали, отвали! Да, ну, блин, он дверь закрыл. Да, отвали! Да нет, отстань от меня! А, ребята, помогите! Да блин, да отвали ты от меня! Ну блин! Ну Серега, ну что ты ржешь? Хорошо, теперь я беру тоже хедкрабушку и выживаю. Ну чё? Серега, то кто где? Так, давайте возьмем фаст хедкраб, да. Убийца хедкрабов. Ой, человечины. Я слышу, такое мясо творится. Вообще жесть. Так, надо удалить эту дверь. Ой. Ой, с карту полетел. Иди сюда, мистер Крабс. О, убежал, убежал, ребята, все за ним. Все за ним. Где? Быстрее, 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 за хедкрабом. Ой, за мистер Крабсом. Мистер Крабс. О,
вот, завелся в ловушку. Мистер Хэдкраб. Держите его тут, держите, он завелся в ловушку. А где он? Он в кабинете у этого директора. А тут никого нету, давайте посмотрим. О! Нет. А кто, по-моему, всех убили, нет? Ну, всех убили. Все умерли? А, ты, да. Рик и Морти остался. Рик этот остался, челик один. Так, ищем его все. Открываем все классы и ищем. Так, где-то он зашкерился, где-то он сидит. Хитрый жук, выходи. Вот он может оружку использовать. Короче, давайте так. Давайте дадим ему шанс использовать любую оружку, кроме AR-2 шаров. А кто за Спанч Боба играет? Тут еще один живой, Спанч Боб. Вот. Давай, давай. Надо спрыгнуть. А как спрыгивать? О, вот спрыгивать как. Вот это за ним движ бежит, ребята. Вот это трындец. Короче, надо, знаете что? Навстречу ему бежать. Не надо за ним бежать. Разделяйтесь по всей школе. Он сейчас сюда прибежит ко мне сам. Вот это было красиво, ребята. Согласитесь, четко. Так, кто еще остался живой? А Морти? Умер. Морти тоже умер? Да. Давайте, короче, сделаем выживалочку, когда я буду один живой, а вы все против меня. Реально хочется такое мясо повыживать. Ой. Ну чё, вы готовы? Только дайте я убегу. Кстати, я улечу, чтобы вы не знали, где я. Ну чё, давайте, ребята, я один против вас всех. Димас, закрой глаза и ходи просто так. Да не, я тогда проиграю точно. Хорошо, подсказка давай. Да. Что ты берешь? Да, ты. Блин, отвали! Отвали! Я же хотел повыживать! Ой-ой-ой-ой-ой, меня ждет там сюрприз. Ребята, смотрите, я один, вся школа заполнилась там боками. Отвали! Отвали! Вот это прикол, мне нравится. Дима, блин. Вот тут я повыживаю подольше. Я их слышу, они прям рядом ходят. Я заныкался очень хорошо. Я отлично заныкался, ребята, хорошая нычка. Хорошо, что я взял Спанч Боба, он очень маленький. Что за звуки, пердежа? А, что это? Ого, их там. Ребята, это очень страшно, когда я один и миллион зомбаков. Все хотят меня убить. Ну че, где вы? А ты где? Эй, Дима. Выходи. Неужели они меня реально не могут найти по всей школе? Пойдем. Самая лучшая нычка — это запрятаться на видном месте. Хорошо, Димас, подсказка. Ты на улице? А, нет, тут улица один зал. Ну, тут же один, как получается, кусочек улицы. Я мне Нет, я в помещении. В помещении, хорошо. Да. В помещении это и есть школа, алло. Если я скажу, где вы, меня сразу найдете. Ищите. А, я понял, что они меня не видят. Ты, наверное, знаешь, ты, наверное, Бэйби Йоду взял, да? Нет, я за Спанч Боба играю. Да, конечно, чего ты там врёшь, я вижу, что ты улыбаешь. А реально, кстати, как он мог спрятаться? Да как это... Ладно, молчу. Отличная нычка, отличнейшая. А, я знаю, где ты, наверное, я знаю. Подожди. Он, наверное, в телефоне там застыл. Нет, я не в телефоне! Нет! Я не в телефоне, не-не-не. Я в секретном кабинете, ребята, сижу. Серега, ну что, ты меня нашел? Ищу. В секретном кабинете. Я заныкался на самом видном месте, вы меня найти не можете, это очень круто. Я, походу, нашел тоже этот кабинет.
Ля-ля-ля, выживаем как можем. Прикольная нычка. Блин, да неужели никто не догадается, где я сижу? Димас, давай ты будешь выходить уже. Дим, да ты читер. Нет, ты увидишь ролик и угарнешь. Хорошо, я скажу вам. Я нахожусь в столовке. 100% инфа. Вы сейчас угарнете, я... только не убивайте. Когда увидите меня, не убивайте. Хорошо, А, вот ты где. Ты под столами был, зараза. Я смотрю, что столы там, блин. Бежи, я специально вас привел туда, чтобы побежать. Бежим, пацаны, за ним, бежи, давай. Чё ты кидаешь гранаты, фашист? На разворот. Ой, красава, ой, красава. Сдохните! Красавчик, Димка придумал классную тактику. На! Короче, я взрываю ядерную бомбу, пацаны. Не позволю. Я позволю сам себе это сделать. Я сам позволю. Прощайте! Вот так будет с каждым зомбаками. Прикольно было выживание, мне очень понравилось. Надеюсь, я своим подписчикам и зрителям поднял настроение. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТок, в Инстаграм. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.